В Серпухове прошел 9-й ежегодный турнир по самбо, посвященный памяти Николая Егорова. В нем приняли участие юные спортсмены из Серпухова, Чехова, Пущино, Протвино, Тарусы, Обнинска, Тулы. За захватывающими схватками наблюдали и мои коллеги. Иван Ежиков занимается самбо в Протвино уже 7 лет. Пошел по стопам мамы. Считает, что спорт раскрывает в нем лучшие качества. Он тренирует характер, силу воли, физические способности. Также, если ты боишься соперника, то ты никогда не выиграешь. Надо всегда быть уверенным в себе. В будущем Иван видит себя сотрудником Федеральной службы безопасности. О работе в ФСБ мечтает и Денис Карпов, который благодаря самбо стал увереннее в себе. Никто не обижает, но могу защититься. Что тебе вообще в этом виде спорта нравится? Ну, побеждать нравится. Это интересно. Денис любит выступать на выездных турнирах. Он победитель открытого первенства Центрального федерального округа по самбо, которое проходило в мае этого года в Люберцах. Но и на домашнем ковре выступил достойно и взошел на пьедестал почета. Открытый турнир по самбо памяти Николая Егорова проходит в Серпухове уже в 9-й раз. В этом году он собрал более 150 спортсменов. Пожелать ребятам успешных выступлений приехали и почетные гости, известные спортсмены Серпухова. Мы буквально 16 ноября отмечали 85 лет самбо. В эти выходные практически по всем городам Московской области проходят турниры. Центральное место у нас в этом году – это будет Мытищи, областной турнир. Мы сумели договориться с городами ближайших здесь, чтобы они не проводили турниры, а мы провели у нас здесь. И посвятили нашему национальному виду спорта и, конечно же, замечательному тренеру, педагогу Николаю Егорову. Надеюсь, что этот турнир каждый год будет приобретать новое поколение, которое будет вспоминать Николая Владимировича. Победители соревнований получили медали турнира, ценные призы и грамоты.